перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я сейчас начну вам слушать пизды получить, боюсь, или маньяк меня может выебать в жопу. Как быть, блядь? Дайте совет, напишите, пидорасы, вы тупые. Совет, блядь. Фу, сука, на улице еще дождик, блядь, пидорский. Пидорская осень началась, блядь. Прилетел с Архангельска и началась пидорская осень. Бля, не дай бог он нахуй закрыт в магазин. Я рот ебал, бля. Шел, сука, шел до магазина, бля. А пиздюлю трех грузинов, ёпта. Твоя мама мудила. Ты понял про кого я? А твой дилер пидор. Да камерку надо протереть, да? Ну чё вы, пидоры, там пришвартовались не на том борту, блядь? Послушайте новый альбом «Кровостока», и вам станет настолько хорошо, что вы не будете такими мудаками. Ну, малолетком там, я вряд ли думаю, да хуйня зайдет. Хотя, блядь, все-таки малолетки, ебать мой хуй, ёпта, да? Пидорасы, ёпта, мелкие. Здравствуйте, можете горячий ёпта? Здесь 105, еще 35 рублей. Так, 40 я забираю, а вот 5 рублей забирается. Спасибо. Да, и даже пизды не дали, видите? Вообще угарно, да? Жаркий алкофанк, ёпта. Сегодня скинули трек, короче, там читает этот самый чувак из грибов в Панаме, который все время лицо такое он прятал в Панаме, я забыл. Он, Киа Стонер, я там, ёпта, и еще один парнишка. А что вы, хуесосы, еще ляжете, ёпта, блядь, под нас? Ёбаные. Ёбаные мрази, блядь. От ваших губ пойдет помадой, блядь, парни. Это хуёво, я вот там реально хочу сказать. Пусть от ваших губ пахнут спермой, блядь, моей.
она вкуснее и полезнее. И с ней ты можешь крикнуть на улице: «Эгги гей!» И тебя каждый гей отпиздит, оттрахает. И будет у тебя жить как у правды. У правды матки, ёпта. О, мусора, ёпта, гандоны, ебаные. А я хуяк сюда, прикинь. И они хуй сосут. Вот им весело-то как. Ладно, шучу, я их люблю. На самом деле, если бы не милиция, то в стране творилось бы полнейшая беспредельщина, блядь. Сука. Пиздец, я вообще не знаю, бля, короче, альбом как выйдет, но он будет сочный, сука, он сочный будет, как арбуз. Арбуз от армян, которых вы не знали. Это настолько, это как БХО, если кто шарит, бля, из говнюков вас. Вот с Архангельска в Москве, ёпты, бля. Погода, что там, вообще один хуй, только в Москве вообще где-то, блядь, пизда дождик, ёпты, нахуй. А, это... Ладно, короче, идите нахуй. Здорово, говно. Ну покажи этим мудакам класс. Не шил, братан, ты не можешь быть мудаком. Мы же с тобой, ёпта, бок о бок, нахуй. А вот остальные гниды, блядь, пиздопроёбины, нахуй. Пиздопроёб? Да. А что тебя не устраивало? Что меня не устраивало? Блэк Бакардич! Лаки в моей кровати. Чё, Майка, Динамо? Да, ёпта, Динамо Москва, бля, ёпта. Есть вопросы, подходи, ебало разобью, ёпта. С трёх ударов, нахуй, поломаю всю жизнь, блядь. Давай, Иска, 50, подойди, я смотрю, там Хачевская ебал твою, мне быстро сейчас сообщат, я как раз выйду тебе в ебу, блядь, с разбега, и ты маме своей будешь звонить, просить, чтобы он тебе глаз новый купила, возможно, даже шоколадный, блядь, петушочек ты с усиками, как встретишь меня, так и проведешь, ёпта. Шил, братан, я приеду в салон, если ты в салоне, я приеду, но сегодня вряд ли, потому что я сегодня на цветах, на родных, вот, а вообще, вот, на студии там и все сделаем.
Или ты хочешь эту хуйню доебываться до народа? Поясни за шмот там вот эту хуйню. Я думаю, не только им можно, а нужно. Я их так заебу, бля, они охуеют. Будет охуенный выпуск, я там у себя репостну, бля, вообще будет зачет. У тебя же GoPro-шка, тем более, вообще заебись. Ну чё такое старый, чё там, чё? Спасибо, братан. Спасибо, братан, спасибо за это. Я просто перестал баловаться какое-то время своей хуйнёй, блядь. И поэтому я выгляжу вот, да, вот так. Ну, не прекрасно, старый, не прекрасно, скажи. Честно скажи, я выгляжу хуёво, нет, ты скажи. Я выгляжу хуёво, нет, ты скажи. Я выгляжу хуёво, но я выгляжу как пидор, нет. Я Динамо Москва. И мне похуй, если ко мне подойдут фанаты Спартака и скажут: эй, ты чё, мудак? Я их с ножа, потом газового баллона. Пизда гандоном. Пизда гандоном. Братан, выглядел, да, я, да. Я же на лекарствах, ёпта, старый уже, бро. Кому как не тебе понять меня, бедного, блядь, студента, блядь. Что же ты, студент, девчонку новую нашел? Не думал, не гадал, а просто в жопу ее поранять. One love, ведук, one love. Мы приезжаем к вам и говорим вам, что ваших мам ебал мой друг Авраам. Авраам Руссо. Руссо, туриста, облика морали. Я рот ебал тоже вашей маме. Алям алейкум, салам алейкум. Салам алейни. Здесь наши пацаны, у них есть стволы. Они стреляют, по ебалу дают. И мы идем, собираем деньги. Я ебал, но они сказали, что у меня маленький хуй. Они сказали... Маленький хуй. Они сказали, у меня маленький хуй. Эй, everybody, готовьтесь, Паша подошел сзади, выебет мать. Оу, shit, Бро, сделай потише чуть-чуть. Старина подключился. А то я не расслышал старичка. Как дела, Пашок? Ну, а как видишь? Отлично выглядишь, отлично. Ну, ты тоже, смотрю, это, ты с барбершопа? С хуярбершопа, блядь. Мы тут сейчас будем рэп записывать, нам похуй. Заебись. Давай, хуярь. Не, братан, надо. За провинциал, там, скажи пару слов, типа. Поищи, ашмот, эй, йоу. Короче говоря, вот эту хуйню надо обязательно сделать, походить вот так вот по центру. Да, есть же еще самый уровень у нас в Москве, это хачи на кэжу. Это, блядь, вот там пояснять просто. Это как на ЦМа. Кто? На ЦМа, ёпта. Пиздец. Просто пиздец, я тебе говорю. Я угораю, ёпта. С этой стороны, блядь. Блядь, Пашок, ты охуенно выглядишь, я тебе отвечаю. Ну я не это самое, без... Ем вон еду. И слава богу. А то ты последний раз думал, все, пизда. Я думал, все, откачивать надо ехать. Бля, ну, сори, пацаны. Я когда на татушку, я волнуюсь и перебираю немного. Ну да ты, блядь, ты негритенка даже набил. Нихуя себе. Негритенка, которого съел сам крокодил. Лакост. Это лакост, понимаешь? Понимаю.
Ну ладно, такая дела. Я даже сегодня специально мусорскую футболку одел. Как такой следует. Думаю, ну что, доебется до меня кто-нибудь? Не, что-то никто не доебывается. Ну, не хочешь. Блять, я тебе футболку подгоню. У нас на... завтра новые сделают. Мы клиенты, давай, давай, старый, с удовольствием, конечно. Это рок, блять, это рок, нахуй. Это рок, нахуй, вообще, рок из... Рок из, блядь, Архангельска, ёпте. А ты куда вчера летал-то, блядь, на самолёте? Архангельск. В Архангельск? Да. Ты сейчас в Архангельске? Не, я сейчас в Москве. Ты что, святой Архангел? Ну, я Архангел Ивлев Павел. Вот такие вот штуки я творю. Не, я сейчас буду рэп записывать, у меня розовый УЗИ, блядь, и мне вообще похуй. Лучший, лучший. Ну, стараемся, а стараемся ты, потихоньку. А ты вот эти вот шутки про пожар в Кемерово, как тебе дались? Тебя не заблокировали? А? Ну ты что-то про Кемерово шутил, что ты там телепортировал ребенка, блядь, детенка. Да это там мудаки за деньги, блядь, пошутили, типа. А потом я им говорю, это шутки, нахуй, хуем караются, ёпта. Но деньги забрал. Красиво. Кинул, короче, кинул пидорасов, ёпта. Нет, нельзя, на горе нельзя зарабатывать. Я-то, блядь, просто человек адекватный, сам знаешь, старый. Привет. Только если брейкданс не умеет танцевать, а так нормально. Блять, ну это заебись. Так что там с этим, с твоим контрактом? Тишина? Никита же знаешь. Ну? Самара Никита, он приедет завтра и будем все уже... Кишлак Рекордс, ёпта, буду шутить шутки. По Ютубу, но они будут не такие, как у всех, они будут пиздец какие. А нам что-нибудь снимать? А нам снимать что-нибудь можно будет вместе-то? Ну, так, один. Я думаю, да, да там дохуя всего, ты что? Там бы программу продумали такую, я когда обоссался от смеха, ёпта. Там такое будет мясо, ёпта. Это хорошо. Даже постараемся рэперов заставить драться между собой. Я тебя понял. Но это охуенно. Короче, ну, надо на небоскреб бежать еще. Да, побежу, да, на небоскреб, блядь. Ну, ёпть. Ладно, что, старый, давай я пойду зачитывать. На связи, давай. Рад был тебя видеть. Всегда рад, да, давай. На связи. Давай. Вот только что поговорил с нормальным человеком, блядь. Пока Лаки делал бит. Поговорил с человеком с нормальным, все чики-бомбони, блядь. Кому что не нравится, идите нахуй, ёпта, блядь. Че там, ёбаные? Уёб. О. Это. Я ебу собак. Всегда котов трахнуть, даже несколько котов. Ладно, все, трансляция заканчивается. Веселье.